любителей смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с Катухой». Ссылка будет внизу под видео. Что своим поссорилась? Что опять? Вечером хотела набрать смс «Смоки-чмоки». И что? Торопилась, ты последние две буквы не набрала. Вы держите в квартире слишком много собак. Неправда. Тогда сколько? Я их не считала. Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор для обнаружения скрытой проводки? Перфоратор. Матрёна, а как ты будешь по мне скучать? Да как обычно, сяду у окна и слезы, сопли, коньяк, звонок любовнику, ой. Блин, похоже, я поправилась. Да ну, брос, у тебя идеальные размеры. Честно? Да, 90, 120, 167, как у снеговика. Ты можешь сказать, какая река длиннее, Волга или Миссисипи? Миссисипи. На сколько? Ну, на целых три буквы. Извините, сейчас около вас стадо баранов не пробегало. А ты что, отстал? О, я вижу, ты меня больше не любишь. Теперь, когда я плачу, да, даже не спрашиваешь, почему? Потому что мне этот вопрос однажды уже дорого стоил. А как у тебя насчет аппетита? Ну когда как? Когда он есть, когда его нет. А когда его нету? Ну после того, как я хорошенько поем. Пожар мне домашних котлеток. А на карнир что сделать? Гуляш. А это моя десертная ложка. А почему такая здоровая? Очень десерты люблю. Привет. Привет, ты чего тут стоишь? Деньги зарабатываю, спор выигрываю. Это какой? А спорим на 100 рублей, что я прыгну выше вот этого сарая? Да хоть на 500 не прыгнешь. Кони деньгу. Это почему еще? Ты прыгнула еще не выше даже моих сапог. Да хоть на сантиметр. Да, сарай-то вообще не прыгнул. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте.